Один из первых, кто прошелся по новому мосту, глава Анапы. Именно Юрию Полякову принадлежит идея его реконструкции. Вернее сказать, строительство фактически нового. Сотрудники предприятия объединения курортных услуг установили здесь ограждение, винтажные фонари и арки. Заменили доски в настиле и укрепили конструкцию в целом. Молодцы, я хочу сказать, что по сравнению с тем мостиком, который был сегодня, мостик выглядит очень хорошо. И у меня еще просьба такая, мы поставили новые фонари чугунные, да? И вы поставили арку. Давайте на арках еще дадим подсветку. На минувшей неделе водолазы провели большую работу по расчистке дна реки. Из-под моста достали более 3 тонн мусора. В основном это обломки бетонных плит и металлические трубы. Новый облик пешеходного моста уже оценили жители Анапы. В этом сезоне он имеет все шансы стать одной из главных достопримечательностей курорта. Будет приятно нашим отдыхающим, да? И которые неоднократно приезжают в Анапу, будут удивлены такой же. Ну и прежде всего анапчанам, конечно. Удобно, красиво, и фонари, в общем-то, оригинально. Самое главное, что это все сделано со вкусом и красиво. Во-первых, не проваливаешься. Раньше идешь и прямо ходуном ходят доски. Во-вторых, хорошее ограждение поставили, фонарики красивые. В общем, украшается Анапа, это радостно. Остался небольшой объем работ по покраске моста. Его покрыли грунтовкой. Технологически наносить краску пока нельзя. Низкая температура. Когда позволит погода, пешеходный мост полностью покрасят. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.